Москве. Сегодня я проездом, передвигаюсь в полярной зоре. У меня поезд только вечером. Тут решил прогуляться по Москве, посмотреть Красную площадь. Как всегда, Красная площадь, охотный ряд впечатляет своей старинной архитектурой, масштабом. Рядом с Красной площадью есть Заречье, по-моему, новый парк, мост, смотровой над шоссейной дорогой. Я видел его только по телевизору, картинкам. Вот сейчас хочу посмотреть, что там, что за красоту там построили. Отлично, я боялся, что туда дождь будет. Дождя нет, здорово. Ну, правда, солнышко прячется за облаками. Там храм Христа Спасителя. Купол светится. Когда я служил в армии, 94-96 год в Москве, он только начинал строиться. Александровский сад.
смена караула. Фотографировала вот сейчас вот эту табличку и уйду. Мы тоже. А вы уже? А я думаю, что-то. Тетя Ира, тут нету Москвы. Да? Нету, смотрите. Да. Красная площадь.